Получением аттестата. Красавчик. Ты чё дальше? Дальше учишься или ты куда-то двигаешь? Блин, шлем не взял. Шлем не взял. Самое время сдохнуть от ваншота. Больно так-то было. Ай, хилки дайте, хилки. Что без хила-то делать? Колледж на программиста? После 9-го идешь? Ну, конечно, хила, в принципе, тут не бывает. Ой. Дефолтная ситуация, блин. На лоу хп сейчас общаги идти. Понял. Понял, Тёмыч. Надеюсь, он хил налутал какой-то вообще. Блин, боюсь эти двери открывать, которые на соседнюю общагу смотрят. Постоянно думаю, что вот на лоу хп открывая двери, сейчас, конечно, шар в меня залетит просто с соседней общаги. Насквозь все простреливается, потому что... Товарищи модераторы, вы Ромычу-то все объяснили, да? Что к чему, куда, зачем и как? Что надо делать, что не надо? Опа, Залман. Залман, братишка, спасибо тебе большое. Делай, как и я. Подруга, посмотри на меня. Как я... Блин, два хита ему дал. Спасибо, Залман. Е. Так, ты уже утал. Блин! Что делать-то? Никсов ничего нету опять. Опять какая-то жопа. Бомба, а то упала прямо Милому в штаны. Хоть бы все там оторвало, лишь бы и не было войны. Будем жить таким манером, обобьем пизду фанерой. Вставим раму и стекло будет сухое тепло. Точка. В Александровском саду и нашел в кустах пизду кожу съел. А мясо съел. Только клитор захрустел. Точка. В Александровском саду и нашел все. Ой, частушечник. А ты еби меня. Каленька пока пизденка галенка точка, а то вырастет пушок, не достанешь до кишок. Бабы дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ, как завидит помидоры, так и лезут в огород. Точка. Бак бензиновый взорвался, не работает стартер. Из кабины выглядает в жопу ебаный шофер. Точка. Беря, беря, потерял доверие, а товарищ маленьк. Тосты!
Как на острове Гуяне, точка, мужики дрались хуями, точка, до того они хлестались одни яйца и остались, точка, с неба курица упала, прямо на хуй петуху, точка, петуху приятно стало, закричал кукареку, точка, если мне моя жена не нальет сейчас вина, заебу, замучаю, как пол под кампучо. Эхал вас и на машине, насажал к себе блядей, когда ехал до... Тосты! По реке плывет тапор. И села кукуева точка, ну и пусть себе плывет. Деревяшка хуева точка, целовались мы под елкой, целовались мы в засос, жопа и ним покрылась. Хуй стоял как Дед Морозя, у тещи был в гостях, пизда плавает в ощах. Я хотел ее поймать, уплыла ж ебёная. Ночью снилась и пиздая. Да ничего ж не слышу. Через рощу, через межу хуй кричит пизде, зарежу. Она клитором грозит, фиг зарежешь, паразит. Целый год уже ебемся с милым на заваленке. Хуй ли делать, если в доме спит ребенок маленький. Горе стоит избушка, занавески тюлевы, точка, в ней проживут для старушки интеллигенткой хуевы. Я купила телевизор и оформила кредит. Тосты! Я у тещи был в гостях, переменно пища утром хуй, в обед хуй, на вечером хуища. Как за печкой, за трубой пизда шлепала губой, точка, чего зашлепала, большого хуй слопала. Как у нашего папа, у папа, у прошки точка, оторвали девки хуй, осят вместо брошки. Тискал девку Наталья Бульваре на Тверском, ебать не соизволил. Ай, жесть. Тосты! Мы пошли в театр глядеть современную комедию, 3 часа с антрактом, точка, полового акта. Мой миленок, тракторист. Ну, а я, дырочка, точка, он, в мазуте. Я, в дерьме, боевая парочка. Мы с Серегой вдвоем работали на дизеле, точка, он, мудак, и я, мудак, точка, у нас дизель спизди. Не ходите, девки, в лес, кто-то на гору. А ладно, хоть я в зоне, блин. Тут у меня аптекнет, опять зона. Начинаем развлечение, начинаем песни петь, точка, разрешите для начала нахуй валенок одеть. Любовно-бытовые частушки, точка, серый камень, серый камень, серый камень. 5 пудов, точка, серый камень, столь не тянет, как проклятая любовь. Сошью кофточку по моде. На груди 2 банта, точка, никого любить не буду, кроме музыканта. Понял. Тосты! Если манька не дает, в ебанютку. Мою милую венчали. Я на паперти вздыхал, точка, повенчали. Вдаль умчали. Я лишь хуем помахал, точка, я купил свою милашке. Юбку тюлевую. А теперь ей в этой юбке запизделевую. Спасу тещин огород. Всех жуков кастрирую, точка, если из психушки ход, точка, за ночь хером вырою. Сиськи чешутся к разлуке. Тосты! Сыграйте, Владос, не сбросится. Я нашел трубу во все, труба лыса, без волос. Обсосала весь овес, точка, солнца, воздух. Анонизм укрепляет организм. Уменьшает вес мудей и расходы на бляди. Спутник, спутник, шалопутник. Ты летаешь средь небес, все летаешь. Прославляешь? Мать твою, КПСС. Тосты! Между катками кинем уроды в дискорде. Некромаугра на аватарке глазик. Ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Тракторист, тракторист, положи меня под низ. А я встану, погляжу, хорошо ли я лежу. Тракториста полюбила, ебать себя дала, 3 недели груди мыла и солярку и все. Ты не прыгай по делам, словно галка по гнезду, все равно ебать не стану. Зря на пудре выпиздно. Ай! Не, ну правда, кто устал от частушка, ставь лайк. По-любому ставьте лайки. Артиковский, спасибо. Блин, там чел. А хаешек нету. Тосты! Здорово, Димон. Непонятно, почему он меня назвал новым спонсором. На карте денег не было, сегодня закинул. А он всегда пишет новый спонсор. Баланс. Удачи в бою. Спасибо, Залм. Он всегда пишет, ну типа, когда ты по новой подписываешься, он всегда пишет новый спонсор. Не парься. Спасибо большое еще раз. Привет, Снавр, да, очень много адекватных донатов.
Еще моточок. Красиво, красиво идем. Так, что, на мосту сидеть или что? Мне кажется, тут движухи нифига не будет. Хотя сейчас зона как раз прокнет, и понятно будет, что делать. Опа, ну это вряд ли будет, блин, военка. Мне кажется, надо валить с моста, типа тут сидеть без толку. Я опять всю катку просижу на нем, никто не придет даже. Василий, спасибо, спасибо большое. Эй, подруга, посмотри на меня, думай обо мне. Офигел, что ли? Ошалел. Так, себе даже взять-то нечего, товарищ, товарищ. Вот фулбут сделать и дальше ехать. Нормально, уже 4 аптеки насобирал, этого уже хватит. Добротно уже так, добротно аптечек. В смысле, ты едешь через мост? В воду, что ли, улетел? Капец ты, дурачок, чувак. Только давай ты не утонешь, пожалуйста. Ну это же точно в воду он улетел. Звук был прям все. До свидули, улетаю вот такой вот. Да, вот там атак даже дымится. Готов. На, вот за мотоком своим сходить забрать. Пам. Пам. Па-па-па-ра-па-па-пам-пам-пам. Пуаро. Так слышно было, что у него мотак, типа... Грубо говоря, на холостых такой. Он начал реветь. Значит, он не по дороге в воду улетел. Логично, логично. Ну, типа, если бы он уехал куда-то, это было бы слышно, что он уезжает. Где мы так-то оставили? Понял, почему не прокурим. Так, это было, кстати, здесь, стопудово.
Вот здесь. Надо заехать, наверное. Не знаю, надо киллы пытаться делать. Потому что вроде все уже круто. Уже 8 киллов можно нарубать нормально. Так что либо сливаемся, либо через хороший топ. Через минуточку кое кричит пизде. Зарежу. Она литром грозит. Блин, спам зарежу. Пошел. Я просто челов пошел пушить. Целый год уже ебемся с милым на заваривание. Кури делать. Если в доме спит ребенок маленький. Погодите вы. Ты кто здесь? Всех повешу за мулья. Папа Шрек слегка. Надо быть умнее. Полюбила парня, я оказался без хуя. А нахуешь мне без хуя, когда с хуем да хуй. Полюбила, это ж было уже. Повесила портрет, а на утро поглядела, хуй висит. А обина нет. Помидоры, помидоры. Помидоры, овощи, пизда едет на телеге, хуй на скорой помощи. Приглядела парня и возле дальнего бы. Как доплывать до боя глядь. Что происходит вообще? Упала точка прямо Гитлеру на нос. Вся Германия узнала, что у Гитлера понос. С неба звездочка упала. Прямо милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, лишь бы и не было войны. Сидит Гитлер на заборе, просит Гитлер молока, а доярки отвечают. Хуй сломался у быка. Сидит Лени на дубу, ветка на хую. Ай, блин. Че за бред? По реке плывет боржа. Ржавая хуйвина, никогда не променяю. Баха на битковину, точка, по реке плывет топрис села Кукуева, ну и пусть себе плывет, железяка хуева. По реке, по речке плыли две дощечки, точка, эх, ёб твою мать, плыли две дощечки. Подружка моя, я тебе советую, не давай никому, залепи газетою. Димас, здорово. Передай ПЖЛ СПА привет Лёхе Конюк из Карпинска. Здорово, Мегатик. Удачи в катках. Здорово. Лёха лох. Лёхе из Карпинска, огромный привет. Привет, Булс. Хотел спросить, какая у тебя мечта? Здорово. Или цель, точка, чего бы ты хотел для счастья? А, Роман Иванов, спасибо тебе большое. Да пока нету определённой никакой мечты. Прям привет, цели. Братик. Где скины на стволах? После 19. Есть одна цель, которая выполняется в данный момент. Может знать, что за фигня. Не буду ее озвучивать. А, чокнутый, спасибо за платишок. Привет, братик, где скины на стволах? После 19 лобби уже все перепробовал. Может знать, что за фигня. В смысле, после 19 смерти в лобби все перепробовал? Какие скины? Мои скины я просто отключил. Не хочу играть со скинами, я их отрубил временно. Вот, а дальше я не понял суть доната. Спасибо большое, чокнутый. Походу, ты точно чокнутый. Так, где мы еще можем нафармить врагов? Куда зона отправится? Или уже особо не борзеть? Тосты! Ай, ты кто? Ай. Что за бородатый брюнет? Верни, Булса. Где наш любимый небритый стример в красной кепке? Красной кепке? Жарковато, ребят. Вернется к вам. Что? Вы тоже этот звук слышали? Как от покрышки тут был звук сейчас? Как на КамАЗе. Вот такой. В смысле? Как его? Амбидекстер. В какой руке держать пипидастер? Да ты поехал, ну братик, ну зачем ты уехал? Тосты! Дима, привет. Сделай озвучку. Здорово. Отста. Да зачем? Я сейчас ничего, ребят, менять не буду уже. Спасибо, дезертир. Опа, вот это ко мне, походу. Он перевернулся, что ли? О, дядя. Ты попал. А где ты есть? Блин, ну бежал уже, наверное, так давно проезжал.
Поле, что ли, чекнуть ту сторону? Поле, поле. Поле, полюшка. Ну давай, кто-нибудь. Должен же бежать. Какой-нибудь босоногий товарищ. Чё-то нет никого. Зона ушла. Кем? Понял. Я думаю, надо делать грязь. Нужно врываться. По-другому никак. Типа, от края играть не наш метод. Нужно прямо на лицо, короче, приезжать. А там будь что будет уже. Я-то что думаю, в кафешку или в оранжевый? Кафешка слишком борзая, и там, по-моему, что-то стоит. Нормально. На лицо. На лицо. Еще М24 где-то по соседству сидит. Поэтому челу стали отрабатывать или что? Здрасте. Бугага. Блин, по частушке так поперло. Еще вообще. Это что за заводные частушки были? Что за песнопение просто? По нему, кстати, кто-то стрелял с горы. Сейчас глядишь, кто-нибудь с поля побежит. Только никто не хочет. Не хотят, не хотят. Тости! Здорово, Тости! Пэжэ, привет, Баргузин! Станица Голубицкая, удачных каток. Станица Голубицкая, привет. Спасибо, Баргузин. Спасибо. Алексей, спасибо тебе за донатик, а то я ответил. Точнее, не ответил, по-моему, донат даже. Спасибо тебе огромное. Теперь вот стример без кепки, ребят. Без кепки. Жарковастенько просто, жарковастенько. Куда он едет, этот товарищ? Ну нет, ну какой... Ну ты что ты делаешь? Ну, братик, это мой фраг был, я 2 шота ему дал. Куда ты стилишь? Куда он стилит, чатик? Вот куда? Куда лезет он со своей тапалкой вонючей? Вот, ну что, что делает вообще? Почему? Это мой фраг был. Ста. Его сейчас с горы начнет давить. Мне надо... Крайний дом подзанять. Законтролить эту гору. Надеюсь, тут во втором доме не сидит мышка такая же. Его, кстати, убили, походу. Или не его. Блин, такой себе тут обзор, если честно. Обзор от Димасика просто. И шлем не забрать третий. Эх, обидно. Хотя они по левой стороне пойдут и туда закрутят. В кемп. Вряд ли он напрямую тут побежит. Не совсем ведь отбитый. До сих пор там тусуется, он напрямую побежит. Крутить он не успевает, он побежит напрямую ко мне. Наверное, стоит даже дом поменять, чтобы его 100% закрыть прям.
Булс, привет. Сегодня в двое будешь играть. Удачных каток тебе. У меня СЛР-ка работает справа от входа. Диман, хорошая катка. От души смотрю, ты завелся под частушки. Продолжай в том же духе, приятно смотреть. Привет, Удмуртия от Оренбургской. Частушки вообще имба, я вот только не вижу теперь нифига. Где он там побежит-то? Че, сетка эта долбаная мешает. А, вот так уже лучше, так лучше. Привет, Булсера. Разреши сделать ответочку. Мега пихарю, привет. Спасибо, ребята, вам огромное. За два куни небритую куницу ему под нос 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Все, не донатьте, пожалуйста, не донатьте, дайте топ взять. Не спамьте, пожалуйста, ребят, я вас умоляю. Два врага осталось. Спасибо за понимание. Так, ну раз я тут чела убивал, тут, скорее всего, никого и нету больше. Вряд ли, что даже под шумок еще один пришел. Один где-то вот тут. А, вот стреляет. Блин, зачем вышел? Второй где-то там справа, он тоже в обзоре. В опене, в принципе. Хотя, или у него там ЛГшка прям хорошая. Уговорил. Больше никогда донатить не буду. Пяу. Красиво. Вот это уже красота. Красота прям. Прям красиво. Ребят, с вас жирные царские лайки. Я думаю, за эту каточку надо завести. Прям супер красивая катка, как по мне. Супер красивая просто. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться, ребятки. Частушки решают, отвечаю, вообще прям жестко.